всех приветствую. Видео по разблокировке телефона Lenovo A2010A40. Также видео поможет тем, у кого заблокирован графический ключ, забыли пароль либо пин-код. Будем делать жесткий сброс. После этого уже будем разблокировать аккаунт Google. Процесс очень простой оказался. Я столкнулся уже третий день с ним. Вожусь. Ничего у меня не получалось. Через режим Fast Boot пробовал делать. С помощью компьютера тоже ничего не получилось. В итоге, вообще, после всех манипуляций, после того, как я к компьютеру подключал, у меня перестало вообще видеть сеть Wi-Fi. То есть мне его еще даже прошивать придется. Выключаем телефон, зажимаем плюс и зажимаем кнопку включения следом. Кнопку включения отпускаем, плюс держим. Вот, у нас появилось меню Recovery. Вот, третий пункт выбираем Wipe Data Factory Reset. Нажимаем на Power, теперь опускаемся. Yes. Итак, все, телефон наш загрузился. Вот выбор языка. Далее пропустить. Все. Теперь ставим сим-карту звонящую. Любая симка, на которую можно дозвониться. Сейчас выключаем телефон. Звоним на эту симку. Набираем номер. Набираем номер. Все, пошел вызов. Поднимаем трубку. Сдвигаем вниз. Вот тут будет плюсик. Нажимаем плюсик добавить. И вот здесь все, уже можно делать отбой. И вот здесь набираем звездочка решетка 4636, решетка звездочка, попадаем в меню проверки, выбираем пункт статистика использования. Вот тут у нас что-то написано на статистике. Теперь нажимаем стрелочку назад и попадаем в меню настроек. Ура! Вот у нас меню настроек. Дальше вниз опускаемся. Мне придется его еще прошивать. Он у меня после попытки сброса через компьютер перестал видеть Wi-Fi. И здесь я уже в менюшку ранее заходил. Я пробовал Wi-Fi, у меня включаю, но он все равно не видится. MAC-адресов никаких нет. Скорее всего, затер какую-то область памяти. И тем, кто будет прошивать, вот здесь как раз сведения об устройстве внизу, номер сборки, вот A2020 видим. И версия прошивки у нас S197 17.07.17. Вот именно вот это как раз, у кого какая, ту прошивку с сайта lenovoforum.ru можно скачать. Так, кстати, сведения об устройстве нажимаем, жмем по номеру сборки много раз и становимся разработчиком. Выходим назад. Вот теперь у нас появилось меню для разработчиков, выбираем его и внизу будет заводская разблокировка. Так, сейчас, где у нас отладка по USB? Вот заводская разблокировка, движочек, разрешить разблокировку загрузчика операционной системы, разблокируем, включить. Все, разблокировали загрузчик. Далее, ну вот сейчас я покажу, видите, Wi-Fi. Вот теперь далее, нет подключения к интернету, появилась кнопка далее у нас, видите? Окей, нет подключения к интернету. О, перезагружаем. Делаем перезагрузку. До этого кнопка далее была недоступна.
Придется мне его перепрошивать. Итак, телефончик я прошил. Сейчас выбираем язык. В процессе прошивки возникли некоторые проблемы с прошивкой. Телефон никак не хотел входить в режим EDL. Это так называемый аварийный режим восстановления прошивки. В диспетчере устройств должно обязательно появиться устройство QD-Loader 9008 при подключении для прошивки. Это кому интересно, как прошивается, можете послушать, там, посмотреть. Вот. Долго с ним промучился, с этим аппаратом. Вогнал его в режим лодера этого, в режим EDL. Программка, с помощью нее прошивал. В этой программе кнопка download сразу становится доступной, когда в этом режиме. Обязательно, повторюсь, должны стоять драйверы на компе. Драйверы есть в описании под видео, там и программка тоже есть. В программе выбираем, в поле браузер отмечаем путь к файлу patch 0 xml. Этот файл лежит в прошивке в самой. А в поле load xml отмечаем путь к файлу raw program unsparse xml. Это полная прошивка означает. Нужно разобрать и замкнуть две точки test point. Замкнуть либо пинцетом, либо проводом. Я прошивал с батарейкой, под батарейку, крышки здесь не было, батарейку подставил, здесь подложил под батарейку стерочки кусочек там, чтобы она держалась, замкнул пинцетом два провода и после этого вставил кабель. Все, у меня в диспетчере устройств определился он QD-Loader 9008. Вот, потом после этого нажали старт, там, по-моему, я уже не помню в программке как. Жмем старт, и идет прошивка уже аппарата, ждем. Ждем, процесс прошивки закончен, потом далее заходим в режим recovery, как в самом начале видео. Зажимаем кнопки, там плюсик держим, включение. В режиме recovery делаем заново hard reset полный. И обязательно с очисткой, с очисткой кэша. Выбираем там еще пункт wipe cache partition. И пока я это не сделал, у меня телефон не загружался. На экране иероглифы системные выдавал, ну все такое. В общем, вот сейчас я его прошил, выбрал язык. Далее жмем пропустить. Вот у меня появились сети Wi-Fi. Жмем далее. Окей. Вот, смотрим. Даже я к Wi-Fi не стал подключаться. У меня он уже пропускает. Окей. Еще. Прошивка самого аппарата, если сразу начинать с прошивки, не поможет.